I am the blade in the shadows. My prey is Sang-yong. I shall walk in the darkness and strike swiftly. No one will stop me in my hunt. All your tigers are dead. Only you remain. I'll take back what you stole from us. My box and my land. Now you plan to let Altan Khan and his Mongolians through the Great War. Madness. You'd let those barbarians invade our home rather than lose your grip on power. They will not breach the wall. They will not reach China. I will stop them, and then I am coming for you. Ослепленная жаждой мести, наша убийца-ассасинка снова в деле. Ну а с вами Шок 25, это 11-я миссия. Мы переносимся уже в 1532 год. И у нас даются бонусы за китайскую стену. И на этот раз за прохождение скрытное без убийств, без шума, без обнаружения нам дают достижения. Синхронизируем карту. Ну и здесь, кстати, как можно больше сундуков. Шкала Хеликс. Давайте взглянем, что мы имеем. Что у нас по карте? Великая китайская стена. Представляешь, я сейчас на Великой китайской стене. Так, посмотрим, что мы имеем. О, сундучок. О, монгольский шпион. Отлично, нам надо убить этого дурацкого монгольского шпиона. Их тут 4. Вот как раз одного убили, спрячем сундучок, тело его. Я так понимаю, я мог бы кинуть пару петард и не убивать другого. Но это, в общем, бонусная задача. Сундук открываем, свиток 15 на этот раз, давайте почитаем. Отношения Эцио и Шао были достаточно напряженными. Глядя на нее, он вспоминал себя в молодости, та же вспыльчивость, мстительность и преданность делу братства. Они то и дело вздорили, но в конечном итоге им пришлось сражаться бок о бок, потому что агенты тамплиеров последовали за Шао Цзюнь в Тоскану. Эцио был вынужден признать, что ему не удастся отделаться от девушки. Он согласился поделиться с ней своим опытом и мудростью. Мастера-ассасина поразили боевые навыки новой ученицы. Он научил ее некоторым хитростям ведения боя. Когда Шао Цзюнь собралась обратно в Китай, он дал ей свое благословение и подарил таинственную деревянную шкатулку, которую девушка должна была открыть только если собьется с пути. Что именно хранилось в этой шкатулке, Шао Цзюнь не знала. Ну а мы вернемся к нашей игре. Да, Лех? Парам-парам. Так, мы должны перейти на другую сторону. Ассасин золота. И вот у нас точка сохранения. Максимум припасов. Тут у нас внизу вроде нет ничего. Хорошо. Так, тут у нас... Что?
A little distraction could help me here. Чем бы его отвлечь? Так, мне нужно его куда-то вверх. Вверх отвлекать. Опа. Так вот. Сбоку спустимся. Так, нас пока никто не видит, это хорошо. Морды тигрины. Морды. Так. А что мы имеем тут? Ага. Вот оно как. Надо попробовать подняться наверх. Подождем, пока этот стражник уйдет. Он тупо патрулирует местность. И фрагмент анимуса. Да забираюсь это уже. Вот. Наконец-то. Мы достали его. Так, теперь нам надо... Я так понимаю, прыгнуть на другую сторону. Вот и все. Тень золота. Мы никого не убили. Это хорошо. Так, тут у нас вроде нету шпионов, да? Ой-ой-ой. Слушай, а тут... Надо сообразить, что делать. А? Ха? Блин, а что тут делать? Мне надо как-то наверх пробраться. Что происходит? Окей. Я как-то слышал что-то. Померещилось. Пади померещилось, да, померещилось. Зашибись. Так, у нас тут, собственно, нам надо наверх. Так, что я, собственно? Только наверх. А, тут сложновато будет, да? Насколько я понимаю, тут будет сложновато. Сложновато, как собственно, его приманить или... Никак его не приманить. Сюда вот надо... А может звуком или нет? Звуком, голос. Что? Отлично. Приманили мы его голосом. Тут у нас петардочки есть. Возьмем. Запас петардочек. Еще одна синхронизация точки. Карта синхронизирована. Ну, я надеюсь, мы тут все взяли, да? Все взяли. Тень золота. Идем дальше. Зона подкрепления. Так, надо сообразить. Ага, вот оно как. Один хрен смотрит все время вперед, что ли, или нет? Тинсо Чан Юн Дарен Синзи Чи Хуй Чи Ци Син Дон. Учитал Дарен Ти Зао Дао. Придется использовать нам две петарды. Отлично, тень золота. Продолжаем. Попробуем вот таким способом пробраться сейчас. Так, этот хрен смотрит назад, по-моему, да? Он оборачивается. О, да, он меня видит. Так, сейчас забираем фрагментик.
Так, тут надо ослеплять этого козла, наверное. И быстренько забираемся наверх. Обманываем его таким способом. И... Так, теперь нам надо вниз спуститься. Здесь у нас фрагментик Аниуса. Отлично, взяли, уходим наверх снова. Кажется, мы отлично, никого не спалили. Ну что же, потратили, может быть, немало попыток на эту хрень. Но зато все с первого раза получилось. Жалко, что запасы подходят к концу. Тень золота. Так, посмотрим, что у нас тут. А, ну, спустимся вниз. Тут у нас немножечко боеприпасов есть. 3 штуки. Да. Вообще, полный комплект добавляет нам. Теперь глянем, что у нас тут внизу. I need to get that gate closed. Keep the Mongolians out. Так, сейчас нам надо немножечко помухлевать. Надо отвлечь этих ребят. Сделаем его, пожалуй, это одним шумовым. Так, спускаемся сюда. Тут у нас ничего нету. Пробираемся через окошко. И прячемся. И еще разочек. Отлично, спрятались. Все здорово. Что у нас дальше? Проходим мимо этого хрена. Ага. Нам надо вроде как поднять фиговину. Упс. Прячемся. Здесь у нас есть запасы. Нам надо вернуться немножечко назад. У нас тут запасы есть. Шумовых дротиков, петард. Полезная вещь. Полезная штука. Так, убить монгольских шпионов. Значит, здесь у нас никого нету. Тут у нас будет один шпион и один сундучок. Ну, погнали. Так, тут нам надо спускаться вниз. Пока нас не палят, прячемся. Можно, кстати, активировать шкалу Helix. Ctrl-D. Давайте так и сделаем. Поперемещаемся быстренько. Шумовым дротиком надо отвлечь. Шкала прекратила у нас работать. А мы получаем золото. Тут у нас боеприпасики. Ну что же. Золото. Так, тут у нас вроде ничего такого особенного. Наверное, надо тупо прыгать. Чем быстрее, тем лучше, да? Так. Прыгаем сюда. Прыгаем сюда. Здесь есть шкала Helix. Чтобы можем обратно прыгнуть и забрать ее. Немножечко увеличили мы шкалу свою. Отлично. Теперь. Глиняные горшочки какие-то. А, подожди, нахрена я сюда прыгаю? Здесь же ничего нет, правильно? Правильно. Идем дальше. Едем дальше. А тут нас палят. Палят нехило так. Да? Ну как знать. Давайте поднимемся наверх. Будем продолжать с этой позиции.
Отлично. Поднялись мы наверх. Так, этот хрен любит вниз смотреть. Поднимемся сюда. Что у нас тут? 发现什么了吗? 什么都没有. 你呢? 没有. 什么都没有发现. Так, ну что же. Насколько я понимаю, есть один шанс небольшой. Надо его убить. 发现什么了吗? 什么都没有. 你呢? 没有. 什么都没有发现. Отлично, его мы убили. И его мы тоже убьем. Чтобы он не мешался под ногами. Тело мы могли спрятать здесь, в этом ящике. Но, если честно, и это тело мы тоже спрячем. За спрятание там тел нам дадут достижения. Так, открываем еще один сундук. Свиток 16. Шао Цзюнь вернулся в Китай в 26-м году. Используя сеть старых заброшенных убежищ, стала искать Ван Едмина. В конце концов, ей удалось отыскать его, и она рассказала ему о своих странствиях, о смерти наставника и о встрече с Эцио Обли Торы. Китайский магистр был впечатлен достижениями бывшей наложницы. Он не видел Шао Цзюнь с тех пор, как помог ей бежать из запретного города. Юная танцовщица стала умелым воином, прошедшим тренировку не только у Чжу Цзюань, но и легенды братства ассасинов Эцио Аудиторы. Шао Цзюнь стал использовать оружие, которое идеально ей подходило. Шэн Бяо, дротик на веревке, который помогал ей быстро разбираться на здание, также справляться с некоторыми врагами, не вступая в ближний бой. Ну что же. Насколько я понимаю, на этой локации есть еще один свиток. Ой-ой-ой. А вот тут у нас проблемка, да, небольшая. Тут у нас собачники. Собакины. Ой-ой-ой. Блин, как он меня бесит. Надо как-то это... Блин, да ладно. Нет, вниз я не хочу спускаться. Я попробую прыгнуть с этой позиции. Получится у меня? Блин, да ладно, не получится, твою мать. Придется возвращаться обратно. Тут уже ничего не поделаешь. Аккуратненько спустимся вниз. Перемещаемся понизу. Понизу и только понизу. И еще один осколок анимуса найден. Так, тут у нас еще один монгольский шпион, его надо убить. Так, этот хрен будет смотреть вниз, и он может нас спалить. Очень легко он это может сделать. Здесь у нас точка... Точка. Я согласен. Мы не можем дать никому проходить. Спрячемся тут. Так, нам надо выждать момент. Держите внимание. Мы должны держать себя. 我同意。我们不能让任何人通过。什么？什么？ Убьем. Отлично сработано, отлично сделано. Одного отвлекли, второго убили. 嗯，大概是鸟吧。 Чувак сказал, должна быть птица какая-то. Померещилась. И...
Так, теперь нам надо забраться наверх. Я думаю, мы разбираться будем с этой позиции. Так, с этой позиции. Где там наш хрен с рукой? Ой-ой-ой. Ну вот, собственно, он и пошел. Дальность обзора. Так, ждем, выжидаем. Ну и таким способом забираемся наверх и синхронизируем нашу контрольную точку. Для того, чтобы открыть все плюшки. Ассасин золота нам дали. Ну что же, посмотрим, что... А, тут у нас... Во, полезная штука тут у нас. Ой-ой-ой. Куда он смотрит? Вот это нам пригодится, шумовые дротики. Петарды. А, так он, по-моему, не достает до этого обзора. Можно не париться. Так, посмотрим, что мы имеем. Что мы имеем. По веревочке забираемся наверх. Ой. А что у нас будет в Индии? Слоняры, слоняры. Мне не терпится уже Индию начать проходить. Хотя я ее даже еще не загружал. Ха-ха. Так, ой. Нет, что-то это не... Ну да, в принципе, вроде правильно. Ага. Ой, а это у нас фрагмент анимуса. Так, его надо будет как-то забрать. Что мне делать-то сейчас? Сюда что ли прыгать? Или не получится? А, вот сюда надо прыгнуть. Слева и справа. Нужно открыть ворота долбанные. Так, здесь монгольских шпионов нету. А я чё? Нет, не дай бог, я одного пропустил. Опять. Поднимите мост. Так, вот наш фрагмент анимуса. Хорошо. Здесь у нас вроде больше нет ничего, да? Вроде ничего и нет. Теперь надо, наша задача поднять мостик. Неважно, как мы это сделаем, шумом или без. Угу. Вот, значит, как. Так, стоп, стоп, стоп. Куда он там пошел? Ой. Не дай бог, он мне сейчас смотреть будет на меня. Ага, вот. Спрячемся.
откроем ворота. Первую половину. Прячемся. Здесь он уже стражники у нас пожаловали. Там мы будем. Чуи, есть ли сыкэ组织的人? Чжан Дун да рэн, сянси та идинь хуй чусян. Во бы чдао гай тэби чуи на ибен. Дауди яо сяосин сыкэ, хайси монгу рэн нэ? Чуи, есть ли сыкэ组织的人? 张总大人相信他一定会出现。我不知道该特别注意哪一边，到底要小心刺客。别进去。啊，вот здесь пригодилась бы шкала Хеликс，возможно или невозможно。 我不知道该特别注意哪一边。注意有没有刺客组织的人。张勇大人相信他一定会出现。我不知道。对，надо еще раз этих придурков отвлечь。到底要小心刺客还是猛虎呢？注意有没有刺客组织。Отлично。 Поднят. Ну а мы перебираемся на другую сторону. Да, прошли с одной попытки, а зашибись. Так, ну чё, отключим голосом, что ли, этого хрена. Ух ты! А хорошо, что он не видит таким боковым зрением своим. Потратил я две петарды. Даже три петарды. Дальше мне придется импровизировать. Кстати, а как, собственно, наверх забраться? Что-то я не пойму. Я не смогу с этой точки наверх забраться, значит. Фигово. Или... Так могу или не могу? Что за бред? Ну, по идее, должен.
Так. Здесь у нас еще один сундук. Ну и посмотрим. Шао Цзюнь отдала Ван Янмину таинственную шкатулку Эцио. Мастер-ассасин был потрясен тем, что юной девушке доверили столь ценный предмет. Он знал, что эта шкатулка – могущественный артефакт, созданный первой цивилизацией, жившей на Земле. Шао Цзюнь передала к своему наставнику слова Эцио. Шкатулку можно открыть, только если она собьется с пути. Она признала, что, несмотря на стоящую перед ней важнейшую задачу возрождения братства, ей еще чаще хочется найти и убить всех тигров, которые ответственны за смерть ее друзей. Решив, что момент настал, Шао Цзюнь открыла шкатулку в присутствии Ван Ямина, но оказалось, что там ничего нет. Быть может, это было некое загадочное послание от Эцио? Да нет. Думаю, нет. На самом деле, в дальнейшем по сюжету мы узнаем, что в шкатулке должен быть драгоценный камень. Это два артефакта. Один без другого типа не может жить. Что-то типа такого. Так, с этого ракурса мы должны переместиться. И открыть еще один сундук. И забрать фрагмент Анимуса. После чего мы убегаем отсюда. Ну что же. Давайте почитаем. Так, сейчас надо выбрать его. Он сам, в самой жопе же у нас. Будучи философом, Ван Янмин сказал девушке, что пустая шкатулка есть послание. Он знал, что это бесценный артефакт, но считал, что при помощи шкатулки Шао Цзюнь должна разобраться в себе. Только так она могла выполнить свое предназначение. Шкатулка всегда была пуста, и Эцио знал, что Шао Цзюнь придется взять на себя ответственность и самой выбрать свой путь. Эцио видел ярость в глазах девушки и понимал, что за ее слезами скрывается гнев. Чтобы возродить братство, она избрала путь крови. Тигры погибнут от ее руки, Китай воспрянет, освободившись от заговоров Ордена Тамплиеров. Именно такой выбор и сделал бы он сам. Но Шао Цзюнь должна была принять решение самостоятельно. Избрав свой путь, она впоследовала совету Ван Янмина и использовала шкатулку, чтобы выманить тигров из укрытия. Возможно, они знают об этом артефакте больше. Ой, так, 4 из 4. Обалдеть. Мы сделали это. Мы сделали это. Кажется, на этом моменте все сундуки будут собраны. А нам остается пойти вниз. Почти добрались до сторожевой башни нашей. Так, хорошо. Что теперь? Предлагаю его прибить нахрен. Так, сейчас соображу. Этот человек пришел. Он вернулся. Отлично. Ой, у меня получилось. Блин, надо рассчитывать действия, верно и точно подмечать. Ну сложно, ёлки-палки, сложно. А, тут еще один ходит, тем более. Блин, что-то как-то не важнецки. Давайте с этого ракурса его убьем. Мешается нам. Отнесем вот сюда вот. Все, хотя бы не будет нам мешаться под ногами.
Так, а объект анимуса прямо вот под лесенкой, мы его взяли. Можем больше не париться по этому поводу, ну да ладно. В принципе, можем и этого козла убить, чтобы он нам не мешал. Давайте так и сделаем. Трындец. Переходим на другую сторону. Тень золота. Ассасин золота, да. Теперь еще один мост, надо его открыть. This gate has two wheels. I need to use them both. Так, здесь еще один монгольский шпион. Три фрагмента анимуса, надо их забирать. Ой-ой, что за фигня? Сюда нельзя спуститься, что ли? Ну ладно. Придумаем что-нибудь другое. Так, ну мы можем использовать шкалу Хеликса. А можем и не использовать. Значения не имеет. Упс, чуть не спалил, сволочь. Вот оно что. Прыгаем в окошко, поднимаемся наверх. Что у нас тут? Тут у нас... А, монгольский шпион. Шпион. Погоди, а я... Понятно. Не, нихера не понятно. Что-то я не... А, я так могу сделать или не могу сделать? А, вот, да, точно. Фрагмент анимуса, точно, точно. Фрагмент. Это что у нас, шумовые? Да, шумовые. Я могу веревочки разрубить. Обаньки. Они, кстати, даже не реагируют на это. Блин, точно, я мог убить этого придурка. Спрячем его за занавесками пока. Пока что. Убьем. Так, надо поднять груз. Так, груз слева поднят. Теперь нам нужно поднять груз справа. Также у нас есть два фрагмента анимуса. Надо их что-то с ними сделать. Так, сныкаемся пока. Подождем, сейчас этот хрен пройдет. А, так он не достает даже. Ну, лава какая. Чуть не сныкались. Чуть не спалились, точнее. Так, окей, продолжаем дальше. Упс. Колокольчики или не колокольчики? Слушай, подожди, а что внизу? А, у меня же должен быть внизу фрагмент анимуса еще один. Значит, вот как они решили сделать. Типа, и пиздуй вниз, да? Типа того. Или не... Ну да. Тут никак. Блин. Так, стоп. Вниз.
витрина не получилась. Ладно, еще разочек. Так, аккуратней. Прячемся здесь. Убиваем их пухарька. Нахрен. Спрячем, прячемся снова. Задолбал меня. Теперь ныкаемся. Давай, давай. Вот здесь у нас последний фрагмент анимуса. Нам он был очень нужен. Да ладно, блин, с этого ракурса я его тоже могу взять. Да что за бред? Ну, короче, все. Я профан, в общем, помню. Так, ребята, давайте представим, что никого я не убивал внизу. Прыгнул я через окно. Теперь пойдем немного другим путем. Спрячемся, пока этот хрен нас не видит. Надо отвлечь его шумовыми. Прибьем его нахрен. Он очень слишком нам мешает. В принципе, мы могли вроде как и забраться наверх, но, блин, он не мешает. Теперь, что теперь? Наверх пойдем, наверх. А что это такое? Это что такое? Это окно? Это типа текстуры какие-то не прорисовываются, ёшкин мышь. Я уже не понимаю. Давайте этого что ли прибьем. Блин, я уже не знаю. Окно открыто. Блин, я тупанул. Да, окно открывается после того, как мы мостик поднимем. Так, ну что, идем дальше? Так, здесь должен быть наверху последний фрагмент анимуса. Мы его тогда должны забрать. Ну, так, минуточку. Тут у нас что-то есть или нет? Ладно. Вот, собственно, мы и забрали последний фрагмент анимуса. Больше у нас тут ничего нет, ура! Мы прошли. Ассасин золота. А вот и наш враг. Так, ну, достижения мы не получили, зато мы получили удар за удар, увеличенный запас петарды.